уже не 17, но они дадут фору даже внукам. Со всего региона в Парк Победы на Соколовую гору съехались дедушки. Самому младшему участнику 55, самому старшему за 80. Возраст – это ни о чем не говорит. И мне вот, например, 75-й год. Я занимаюсь очень много уже лет. И на Урале жил, и где бы то ни было. Всегда я выступал, всегда я приносил радость людям. И мы несем радость людям. Каждый участник, а их более 40, подготовил по творческому номеру. В основном дедушки пели, играли на музыкальных инструментах. А вот желающих пуститься в пляс оказалось куда меньше. С танцами было заявлено всего 2 дедушки. Правда, один из них перед конкурсом заболел. Стоит отметить, что распределять первое, второе, третье места на этом конкурсе не стали. Дипломы победителя сегодня получил каждый дедушка.